Всем привет! Я снова всех категорически приветствую. Продолжаем выживать в Fallout Shelter. Возвращаемся после недельного отсутствия. У нас, как всегда, по нашей доброй традиции, мы сегодня пройдем вторую цепочку заданий, которые появились в последней обнове. Вон, еда, сиятельная еда. О, еще вон какое-то задание нашли на задании. Еще какая-то ерунда. Ну, не знаю, может, попроходим все, может, не все. Посмотрим, как будет по ситуевине. Вот. У нас другая фигня, как всегда. Между заданиями он... Ну, не вернее, не как всегда. В прошлый раз-то такого не было. Вот. Трое человек погибли в пустоши на ровном месте. Там буквально там... Самый меньший, по-моему, даже... Самое меньшее, как, по-моему, 12 часов отходил. И помер. Что, как, почему, непонятно, продолжает для меня оставаться. Если кто-то знает, если кто-то что-то в этом понимает, скажите мне, потому что я не знаю, что делать. Просто отправляешь прокачанных, вооруженных, экипированных, все, с этими... питомцами в пустошь этих жителей, и они вот буквально там некоторые, жюри, даже суток не пробегают, и все, и помирают. У них там полные эти, господи, медикаментов, полные комплекты, все полное. Не, нет мотивов умереть, но нет, они таки умирают, умудряются каким-то образом. Ну вот у меня он три животинки прибежало, три человека в пустоши осталось. Сейчас посмотрим, кто это был. Вот. Это у нас вот, блин, тут таким образом, а ну-ка, я таки хочу увидеть, кто это был. Это у нас Роза Грэхэм в могиле фуловая, причем она неоднократно уже была в пустоши, она постоянно, она туда не вылазила. Он Дэниел Ричардс. Тоже. Не первый день замужем, мягко говоря. Дженнифер Прайс. Ну, эту я, по-моему, относительно немного послал. Но все равно, то есть, как бы, ну, в связи с чем, мне не совсем понятно. Вон, смотрим. 14 хилок у нее. У него. Это был, по-моему, дядька. Вот. 14 хилок, 24 антирада. Блин. Применяет этот. Причем он с диким гулей бродягой подрался, применяет стимулятор и умирает. Что за ерунда? Как это объяснить? Я, если честно, не совсем понимаю. Повторюсь, если кто-то знает, если кто-то, то есть, ну... Ой. Хоть что-то в этом понимает, скажите. Для меня это дикая загадка. Вот. Так, сейчас давайте соберем этих животинок. Чтоб они на входе не стояли. Заходите. Вон, сфинкс, хаски. У нас он 11 этих. Скажите, я скажу. Стимпаков. О, а что-то у нас... На стимпаке задание. Ой, здорово как. Так, мы сейчас быстро его выполним. Смотрите, как выполняется. Опа! Опа! И все. О, блин. Ладно. Так, давайте поснимаем. Я в убежище предварительно не заходил, ничего. То есть по хозяйству не делал. Для того, чтобы сэкономить время. Может, это и неправильно. Хотя некоторые говорят, что вот, типа, ничего интересного не остается. Может быть и так. В игре, скажем так, не так уж много развлечений, действительно. Хозяйственные дела тоже развлекают. Будем говорить прямо. Достаточно интересный. Так, принимать. Ох, у нас тут, блин, на входе. Закрыть. Так, а, это новый житель. Блин, кого-то надо нагнать. Кого нагнать?
Что нам меньше всего нравится? А ну, давайте посмотрим. Правде в глаза. Где-то есть у нас кто-то усатый? Я усатых не люблю. Ну, вернее, не то, что усатых не люблю. Мне не нравится, как тут реализована усатость. Усы такие чудовищные, что они просто меня пугают. Я пугаюсь усатых. Надо их отсюда как-то в это... Абстрагировать, короче, всех их отсюда нафиг. Вот ты усатый, нет? А ну-ка. Не, не усатый, ты негр. Негры не бывают усатые, да? Хе-хе-хе-хе. Такие тут все мордовороты, блин. Никому не докопаешься даже. Блин. Ну кто-то хоть усатый есть? А, блин, нет усатых. Ладно, придется кого-то не... негра выгонять. Белый негр, вот ты белый негр, наверное, ты пойдешь гулять. Все, пока. Вместо него примем он девушку красивую. Да, мы знаем, мы в курсе, нам уже говорили. Так, ей нормальную экипировочку сразу оденем. Так, кто тут у нас? О, продадим обычные, собираем. И тут же, опа, вот так отправляем назад. Оп-оп. Худший день моей жизни, ну естественно. Вот так это все делается. Не, слушайте, если я так всю очередь сейчас буду отправлять, я тут это... Ну не до утра, но конечно да. Развлечение то еще. Давайте, наверное, все-таки будем что-то выполнять. Пусть эти уже... Да хвост, конец бы в очереди увидеть. Потому мы ж потом не сможем открывать эти ланчи. Мы потом просто не сможем открывать ланчи. Так, нет, таки надо, да, сделать это все. Ох же ж их сколько-то, ё-моё. Даже в таком ускоренном режиме это занимает очень много времени. Вот так, если неделю не заходить. Все повозвращались, а уже начинают мозг выносить. Давай обратно. Все обратно, никто мне тут не нужен внутрях. Идите. О, хвост очереди увидели. Это хорошо. А чтобы меньше 10 человек, по-моему, осталось, тогда будут открываться ланчи. Если больше 10 человек в очереди, борода не будет открываться. Так. Я так хочу, чтобы хилки не кончались. Они не кончаются. Все. О, гуль. Джонатан. Иди гуль, Джонатан, обратно. И ты иди, Николас Кейдж, наверное. Фамилию дать Кейдж. Терпеть ненавижу Николаса Кейджа. Больше, чем Николаса Кейджа, я, наверное, не люблю только этого, Вилла Смита. Ну, Вилла Смита-то хоть понятно за что.
А Николас Кейдж, да тоже, в общем-то, понятно. Никелас, что-то я так его так назвал сейчас. Сам себе поражаюсь. Давайте, давайте, уже все. Уже почти все. Все, идите. Ага. Ага, вот так, значит, да? Решили мне хилки внезапно кончиться, да? О, сейчас будут. Не переживай, далеко не уходи. Сейчас у нас будут хилочки, я тебя отправлю. Опа. Все. Ладно, остальных отправлю позже. Так, ну, а мы пока приступаем. У нас товар обратно не принимается. Это у нас первое. Сейчас мы прочитаем описание к заданию. Заберите ингредиенты из супермаркета. У нового шеф-повара появилась смелая идея о том, как разнообразить наш рацион. И он составил список ингредиентов поблизости из заброшенного супермаркета. Сходите туда, туда и узнайте, есть ли там нужные припасы. Ну, поехали выполнять, ребят. Начинаем. Я туда отправил самых лучших бойцов наших. Ну, как лучших. В костюмах на силу. С животными на урон. Двое мужиков. У гражданки уже не помню, что. Вот. Третьего где-то животного на урон я уже куда-то отправил. Не нашел тогда. Вот. Так что он где-то шорхается. Надо его было бы найти, наверное. Там где-то в очереди был. И послать третьим. Но я не сообразил. А, у нее на защиту. Почему на силу? О, найти ингредиент. В супермаркете. Ой. О, коротокрысы. Почему на силу? Я уже объяснял в комментах, судя по описанию игровому, сила, ну, костюмы на силу, они в чем дают преимущество? Максимальный урон, то есть у многих пушек, как мы видим, он урон 22-29, то есть максимальной силой прокачанной и костюме на силу плюс 7, вот, он будет больше вероятность, что он будет наносить урон по 29, ну вот. С ловкостью, опять же, судя из всего, будет чаще наносить, ну, чаще производить выстрелы, наносить урон. В принципе, ну, не знаю, что лучше. Ну, как-то вот так. С удачей, говорят, больше вероятность крита или что-то такое. Но вот про силу и про ловкость точно знаю, что это скорость выстрелов и вероятность максимального урона. Добро пожаловать в супермаркет! Чем мы можем вам помочь? Ой. Извините за беспокойство, нам нужны вот эти ингредиенты. Извините, но припасы закончились, это все, что есть. Ага, мишка, плюшевый, отлично. Спасибо. Спасибо, припасибо. Что нам делать? Ингредиентов не добыли. Вернуться в убежище. Все забрали. Пошли. О, жара. Сейчас пью прохладный персиковый сок. И сейчас буду заедать персиками. Кому это вдруг интересно? Персики, огонь. Фух. Ну, давай, быстрее грузись. Ё-моё. О, давайте. Бегом. Пам-парам-пам-парам-пам-парам-пам. Всё, продаём обычные предметы, собираем. О, давайте этих примем. О. Отправляем. Видели, уже 124. Сколько нас тут не было? 3 секунды. Уже надолбили в убежище. Молодцы. Не теряют времени даром.
пока нас нету. Так, вы, гражданин, да, хороший, проходите на улицу погулять. Так, а мы идем выполнять следующий шаг задания. Так, специальные специи. Украдите специю у рейдеров. А, украсть у рейдеров. Что-то новое. Увы, с ингредиентами в супермаркете оказалось все плохо, но теперь мы получили совершенно точное сведение, что в соседнем здании есть и тайник со специями. И наш шеф-повар убежден, что рейдеры охотно ими поделятся. А-а-а! Отлично он придумал. Он уверен. Мы это очень ценим, что он уверен. Молодец. Так, кого взять третьим? Так, все равно кого. А есть у нас кто-то на урон? А? Опыт, создание, хлам, время, время, прыжки, опыт. Урон плюс 4 еще был где-то у меня зверь какой-то. Куда его отправил? Ладно, пойдем так. Побежали. Ну что, где эти рейдеры, которые будут охотно с нами делиться? Я хочу на них посмотреть. А пока съем персик, с вашего разрешения. Вкуснятина. Персики вещь. Скажу я вам. Холодненький, с холодильника. В жару. Так, заходим. У нас задание добыть специю, убить главаря рейдеров. А, ну конечно, если убить главаря, то он сразу же поделится всем. Я бы тоже так поделился. Любой бы так поделился, если бы его убили. Так, сносим тут всех по-быстрому. А как шустро, чух-чух-чух, и все, и готово. Идем дальше. Не теряем времени. Даже не верится, что мне за это платят. А, те сами уже как рейдеры выглядят. Раскрашенные такие, классные. Получите. Гадкие рейдеры. Ну, где специи? Доставайте. А то, если найдем, хуже будет. Ну и в процессе пока искать будем. Тоже будет нехорошо. Не спать. Все правильно. Не спи, замерзнешь. Еще никого нету. Все разбежались от ужаса. Правильно. Получите, фашисты, гранаты. Ну, где тут специи? Темно, подкрасить, поставить цветы, и тогда здесь будет... А, неважно. Ты прав, тут уже ничего не поможет. Крась, не крась. Но с таким дизайном... Комнат. Как-то не очень. Так, нету, ладно, побежали дальше. Типа от края города, тут больше ничего нет. Вон какие-то кто там, деревья вдали или что это, да? Деревья. Лес, вон, видите справа. О, а там еще город какой-то. Никогда не рассматривал. Интересно, оказывается. А здесь у нас... А, у нас здесь городок. Это тоже странный городок. Вроде бы большие городские дома, а так мало их. Так резко сразу в пустошь уходит. Это ж удивительно.
Да кто бы мог подумать, что я буду скучать по убежищу, действительно. Там так насиделись с нем, наверное. Что уже на солнышко выскочить. Рады бы. О! Ёлы-палы, да это легавые! Пришли за нашей заначкой, нарки. Мы ее так просто не отдадим. Вы же понимаете, что это просто приправы. Ну, для вкуса. Ого, взрыв мозга! А было, наверное, что-то другое ответить, чтобы они не дрались. Не успеваю криты стукать. Это они не нужны, в общем-то. Так, специи мы добыли. А, это были специи, да? Зеленый чай, типа, я понял. Убить главаря рейдеров. Главарь рейдеров, ты где? Зеленый чай мы нашли. Товарищ милиционер, я не делал ничего противозаконного. А то, что вы нашли у меня в кармане в пакетике, это всего лишь зеленый чай. Чу! Такие тут специи. Просто специи нашли. Отобрали, вернее, у рейдеров. Конечно, рейдеры без специй, куда им? Так, главарь, выходи, блин, хуже будет. Ё-моё, сейчас... Ох, о, главарь. Соль, то есть стой! Базилик, розмарин, задайте им перцу! Если шевельнуться, нашпигуйте их пулями. О, да тут у нас поварское состязание, поварский батл. Что же такая сладкая девочка забыла в таком жутком месте? Но она! Такая петрушка мне не по вкусу. О, блин. Получите, фашисты, гранаты. Раз вам не по вкусу. На! Вот и все. И нет убила. Жадность била, погубила. Он лежит на дне изыла. В жизни мало что успел. Давайте зайдем уже, что тут такое длинное. Две комнаты осталось. Всю эту обошли почти. А нам дали эти две бутылки одерколы вроде за задание дают? Я что-то не помню. По-моему, не давали. Это новая какая-то тема у них. Что награда за задание не дается в конце задания. А надо еще где-то, она в комнате может быть. Ее надо еще найти. Мне вот это так, вот, если честно, кумарит. Извините, мой французский. Но как-то это тупо. Мы тут пришли, выполнили задание, а потом еще бегай, ищи дополнительные эти награды по всему этому. Не, я понимаю, что типа мотивируют, чтобы проходить все, а не это, не выполнил и убежал, как вот бывает удачно. Ну, блин, ну тоже ж надо человеками быть, нельзя что манипулировать нами. Пойдемте домой. А, да, нашли бутылки. Зря переживался. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Сейчас персик еще съем. Какая вкуснятина. Извиняюсь, что я ем прямо в микрофон. Надеюсь, хоть немножко вам аппетита нагоню. Тоже что-то вкусненькое пойдете, скушаете. Вкусненько, это хорошо. Давайте, да, переходим на вена. Не будем тянуть кота за вымя в длинный ящик. По-шустрому. О, надо же. Так, второй шаг задания выполнили. Всего там их 7, да, еще 5. Ну ничего. Так, следующий шаг. Скажите-ка, сыр? Найдите плавленый сыр на заброшенной фабрике. Отлично. А нам тут антирад костюмы нужны. Да, мы как раз поодевали его. Ага. Толковые парни, что сказать.
А ну-ка. Шеф-повар счастлив, он очень удивлен тем, что вы вернулись. Удивлен. Собака злая. Теперь ему нужен плавленый сыр, известный как серое золото. Божественная еда, под которой, над которой не властно время и атомная война. Возможно, он есть на старой сыроварне. Серое золото. Что, сыр серый разве должен быть? Что-то новенькое. Давай. Кто тут еще? Ты не ходила. Давай, ты, Ребекка, с нами пойдешь. Одевайся, Ребекка, пойдешь с нами. Побежали. Ой, а им дал стимпаки или нет? Уже не помню. Всем пока. Пока я переживаю, съем-ка я персик. Чтоб не переживать. Какой вкуснючий персик. Я балдю, ребята. Натурально. Консервированные персики охлажденные. Это бомба. Так, забрать сырную пасту с фабрики. И убить светящегося. Отлично. Кто бы мог подумать. О, вот с этих постирались их рисунки на лицах. Обратили внимание? Те, что были нанесены. В костюме в этом. Смешно. На уж. Блин. О, не пожалейте, сходите в магазин, возьмите себе банку консервированных персиков, охладите и покушайте в жару с холодильничка. Только не так, как я вот холодного нахватался, уже бухикаю. Уже горло прихватило. А то так летом болеть, это не кошерно. Вон, вся зима была, чтобы болеть, болей сколько хочешь. А летом ничего подобного не надо. Такие излишества. О, выносите мозги нафиг этим унылым гулям. Так, пойдемте наверх. Вниз я что-то не хочу. Так. О. Кратокрысы. Так что да, серьезно, ставьте на паузу, сходите, купите персиков. Это оно. Трофеи достаются победителю. Отлично. О, чего вам, жители убежища? Здесь нет ничего ценного, один хлам. Уходите отсюда. Ой. Нашему шеф-повару нужен плавленый сыр. Мы пришли за ним. Вы это едите? Мы могли бы вас убить, но это даже хуже. Да. Видели там вариант ответа? Там это про технику. Серую слизь от техники от этого очистить. Наоборот. Фу, заплиток языкается. На серую слизь с техники сошкребем, отнесем шеф-повару, он будет рад, это сыр. Серый, просто он серый, серый сыр. Они, наверное, у них нет такой, это что не ешь серый сыр. Не ешь желтый снег, там вот эти все дела, видимо, их никто не учил такому. Ну, откуда они в убежище знают про эти правила, да. Не ешь желтый снег, это не мороженое. Ну, и где светящийся? Светящийся, выходи по-хорошему. Все равно ж найдем. Где б ты не спрятался. Сопротивление бесполезно. О, давайте. В два хода. Чух-чух. Отлично.
Пошли дальше. О, не, нету. Любят ли гули гауду? А камамбер? Не? А радомер? Маздомер? Почему только про гауду вопрос? Малиндам? И этот мой любимый чеддер, во. Как они к чеддеру относятся, интересно. Ну а вообще, конечно, самый вкусный сыр все знают где. Самый сыр, вкусный сыр, вот не знаю, из чего они его делают, но это сыр в Макдональдсе, в макдональдсовском гамбургере. Врут, что это чеддер, но мне кажется, это не чеддер. Ну или это такой чеддер. Ну, в общем, самый вкусный сыр это вот тут, вот, в чизбургере. Можно его разложить, этот чизбургер, достать оттуда сыр и насладиться им. Кто гурман, может побаловаться. Это то же самое, как кетчуп. О, светящийся, привет, красавчик. Вот, это та же самая, как кетчуп в этом. В Макдональдсе. Особый. Он не такой, как обычный кетчуп. Что-то они туда добавляют, блин. Интересно. Какие-то ингредиенты необычные. Хотя тоже с этими необычными ингредиентами, скорее всего, глутамат натрия туда валят, короче, ведром и все. Потому что мы знаем эти, блин, необычные ингредиенты. А вон в KFC, там сколько? Смесь из 12 трав. Все дела. Вот. Необычный секретный рецепт. А, где-то там это, в России, кажется, да, там это, проверку сделали. Никаких там 12 трав ни в помине нету. Зато там глутамата натрия, короче, просто ведро с горкой. Вот. Так что все эти секретные рецепты сводятся к китайскому глутамату. Обычно. Так, ну, добренько, пошли домой. О, да, вернулся, побежали. О, а я сейчас... Ой, что я хотел? Что хотел сказать и забыл. Ладно, значит, ничего важного. Вот так вот. Так что в KFC этот секретный рецепт не такой уж оказался и секретный. Так, давайте. Мгновенно. Пам-парам-пам-пам-пам-парам. Собираем. Давайте, давайте, заходите быстрее. Мне не терпится дальше пойти. После сыра, задание сыра, мне уже аж интересно стало. Что они еще придумают? Без яиц не возвращайтесь. Принесите шеф-повару яйца рад скорпиона. Шеф-повар не перестает удивляться вашей живучести, мерзавец. Теперь он хочет побаловать вас омлетом из яиц рад скорпиона. Эти твари недавно захватили бище 923, так что поиски стоит начать оттуда. Мерзавец. Вот мерзавец. Блин, рад скорпион это единственное... А, чё, опять только в антирадах, да? Ну ладно. Это единственные тут, блин, противники, которые еще реально могут нам составить такую опасность. Реальную представить для нас. Вот. Всех выносим в легкую. В легкую без проблем выносим вообще всех, кроме светящихся радскорпионов. Светящийся радскорпион, собака злая, дает крит нечеловеческий и может вообще снести. Вот, вот вообще с ними никому некомфортно, я вам так скажу, воевать даже до сих пор. Даже максимально раскачанными экипированными персами, убить светящегося радскорпиона и забрать его яйца. А есть у радскорпиона яйца? Стальные. Или титановые. Вот. А вот он может нам еще до сих пор представлять серьезную угрозу. А так больше никто. Всех остальных в легкую убиваем. И когтей смерти, и всех остальных, и гулей. Все это.
И рейдеры с ихними гранатами. Все это тоже мимо кассы проходит. Все. Ого, три задания. Не обязательно убить главаря рейдеров, спасти уцелевших жителей убежища, убить светящийся раз скорпион и забрать его яйца. Ничего себе. Задание нам накидали тут. Что, будем выполнять необязательное задание или ну его нафиг? Ладно, посмотрим, как оно будет идти. Как оно у нас пойдет, попрет. Так, криты надо сейчас насобирать, на мелочи всякой. Насобирать критов и ими, если шо, валить этого светящегося Рад Скорпиона. Сразу его критами стараться вынести, заглушить и все. Потому что пока он не опомнился. Мерзавец эдакий. Давайте в самый низ угольнем, поглядим, что там. Сразу на светящегося налетим, вот будет весело. Япона, мама, накаркал. Так, хилить. Все время держать ее в фуле. Есть. Давай. Улетай, красавец. Фух. Убить светящегося выполнили. Окей. Это уже хорошо. Что там нам, ланч дали? Ну, супер. Отлично. Но. Ланч это хорошо. Не люблю, блин, светящихся Рад Скорпионов. Так, где тут спасшиеся еще? Так предлагаю вот эти два этажа, они самые большие, их проверим. Ну, по закону подлости, конечно, они будут в предпоследней комнате. И спасшиеся, и главарь рейдеров. Ну, простые Рад Скорпионы не такие опасные, хотя тоже в них смешного ничего нет. Так. Зачищаем этаж. На, тебе в борщ. Получаете, негодяи. Где вы спрятали своего главаря? Выводите его, живые останетесь. Раньше покажете, больше останется у вас живых. Не, я заберу эту фигню. О, что вы тут делаете? Разве не знаете, что тут полно Рад Скорпионов? Кажется, кроме меня здесь вообще никого не осталось. Ну, мне так кажется. Ой, тут недалеко наше убежище. Иди туда, дружище. Да, это идея. Мне нравится, он тоже что-то там, короче. В общем, ладно, иди. Иди к нам. Сейчас придется еще кого-то выгнать. Где этот, блин, главарь? Головорезов. Давайте, необязательное тоже я хочу выполнить. Будем зачищать по полной. Два слова. Хорошая добыча. Это что-то хорошего особо. Вс.
все. Где главарь ваш? Ёшки-матрёшки. По закону подлости сейчас будет, блин, точно же в предпоследней комнате. Ну, давайте сюда сходим. О, длинная. О, вот и он точно угадали. Уф, нам показалось, что вы рад скорпионы. Наверное, из-за запаха. Эти твари не только злобные, но и радиоактивные. Такая мерзость. Хорошо, что тут шеф-повар Зубище щедро платит за их яйца. Минуточку. Так наш повар еще и вас нанял. Видимо, он решил, что вы не справитесь. И не ошибся. Собака злая этот повар. Просто негодяйский какой-то. Сил никаких нету. Надо его это... на повышение отправить. В верхнюю тундру. Я так чувствую. Получи. Распишись. На... Все, теперь выполнили все задания. Можно спокойно идти домой. Ларри Дрейк и ланчбокс. Жалко, ядерколы не заработали. Ну что, зато я сейчас угадайте, что сделаю. Да, правильно. Съем персик. Ага. Вкуснотища-то какая. Лепота. Буду чавкать прямо в микрофон, раздражать ваши вкусовые рецепторы. О. Да, конечно, бегом идите. Все, собираем. Так. Кого выгнать, а? Скажите мне уже. Негра какого-то. Или этого. Дуглас Томпсон какой-то. Не знаю, у меня сомнения. Не люблю никого выгонять, но приходится. Надо выбрать. Не хочется, а надо. Он ты, Рональд Скотт. Не знаю, кто ты. Уходи. Прощай, Рональд. А ты заходи, Ларри Дрейк. Ну, Дрейк. Хорошая фамилия. Как у Натана. Надо тебе имя Натан дать. Как раз будет в тему. На тебе. Пасть дракона. Не стесняйся. Ой, это такой грустный. Ну, я тоже был бы грустный в его ситуации. Хотя, с другой стороны, он раскачан. Еще каких-то барахло какой-то с собой захватил. Выходит в пусто уже 50-м левелом, фулл статы. Ты что? Дядя, что ты? Ты там всех наваляешь, там в одной левой всех пинать будешь. Значит, ты серьезно? Выгоняешь мне? Это не круто. Согласен, чувак. Извини, ничего личного, просто бизнес. Жизнь за бифштекс! Отнесите мясо когтя смерти шеф-повару. Омлет из яиц Рад Скорпион оказался совершенно несъедобным. В качестве компенсации шеф-повар предлагает приготовить свой... А в гости я смогу заходить, да? Да, сможешь, приходи, чувак. Предлагает приготовить свой фирменный Веллингтон. Для этого ему нужно... Только свежее мясо когтей смерти, добытое прямо в логове. Говорят, что под действием солнечных лучей его вкус меняется. Так, только давай мне медиум, хорошо? Прожарку. Если не медиум, я не согласен. О.
тихо, денем обратно что-то поприличнее. Ну, полетели. Лишь бы нам только хватило это ядерколы на все задания пройти. Да у нас же какой шаг? 4-й или 5-й? Блин, я сбился со счета. 7 туда, 7 обратно. Если еще 3, то будет дальше дороже. Блин, может и не хватить. Жизнь за бифштекс. Жизнь за бифштекс. Убить когтя смерть альфу и взять его мясо. Хоть больше ничего. Пошли искать, где спрятался этот альфа. Блин, такие уже плотные скорпионы, смотрите. Ты их в 2 хода выносили, это уже не так все просто. С ростом этих шагов заданий растет и сложность противников. Видимо, так. Да, вот этого подхилить надо, что-то в него так вцепились. Видимо, обои 2. Они есть гуд. Давайте, где этот ваш альф? Где альф, который любил котов? Мясо это убийство. В хорошем смысле слова. Отлично. Альф, да, ничего себе такой был бы Альф. Интересно, какой бы про него получился тогда сериал. Ой, Альф сериал огонь, просто огонь. Любовь моего детства. Ой, как там, до сих пор помню, сцена адская. Смеялся как сумасшедший. Блин, глупость редкая. Но ржал как конченый, чуть не умер. Ой, когда он там в туалете блюет от чего-то, блюет, у него там 7 желудков, короче, там все выблевывают, что-то ему плохо было. И такой, там, бра-бра-бра, а потом такой удивленный голос, а цього я начебто и не їв. На украинском языке, в украинском переводе это был вообще огонь, такой огонь. Просто вот обнять и плакать. Круче, чем даже Госпиталь Мэш. Второй любимый сериал в детстве был. У кого какие были любимые сериалы в детстве? А ну, признавайтесь в комментах. Бутылку нашли. Супер, отлично. Это супер. Именно в детстве только, а не как во взрослом. Там сейчас начнется Игра Престолов, там еще Клан Сопрано, Рим. Нет, те, что в детстве любили, те, что нравились. Не поверю, что кому-то там, не знаю, там, в детстве, в 10, там, 15 лет, там, нравился Сопрано. Та ерунда. О-о-о. Сдается мы сами рискуем превратиться в отбивные. Ну, как-то так, да. Ладно, давайте у этого ушатуйте. Ты пока отвлекай. Нашли мы когтя смерти альфу. На тебе борщ. Санитарные условия здесь просто чудовищные. Согласен с тобой, комрад. Ну, пойдемте глянем, что здесь еще. Дай угадаю, опять когти смерти. Угадал. На. Thank you.
Давайте уже этаж дойдем, что тут такие большие комнаты, вдруг что-то еще. О, а тут запертые были эти. Рейдеры с главарем. Тут все в когтях смерти, не пройдешь, да? Он че себе такой жирный, гляньте, как дамажит, не кисло. Ничего себе. Боевой дробовик у нее. Ничего себе. Жирные. У меня, наверное, ланчбок должен быть, не меньше. Нифига. Барахло какое-то ненужное. Кисло. Так, ладно, пошли домой. Ничего время тратить на ерунду. 3 бутылки ядер колы. Как с куста. Отлично. Как, чужое халява. Взять, взять. Холодного нахватался. Теперь хейкаю. Ничего. Оно того стоило. Поверьте мне. Давай уже грузись быстрее. Чу-чу-чу-чу. Давай, идем мгновенно. Так, собираем. 30 бутылок осталось. О. Так, 6, 7 и 7. Громадина Ильфорно, заберите тайный рецепт шеф-повара. Бифштекс из когтя смерти оказался слегка жестковат. Шеф-повар так расстроился, что теперь его способно утешить только лазанья. К сожалению, рейдеры украли секретный рецепт его соуса и внесли в свою башню. Нам нужно его вернуть. Дайте угадаю, в башне сейчас будет очередное подземелье. Так, давайте этому так, по-нормальному оденем его. Положено. Тетку возьму. О, блин, 9 бутылок. Ничего себе. Мы так сейчас останемся без ядерков. Хотя нет, должно хватить. Это предпоследнее задание. Ну, следующее даже, если 10. Ну, предыдущее 7 было, на 3 больше. Даже если это будет на 5 больше, это 15. Все равно хватит. Хватит, хватит. 10, 10. Обратно еще 5. И 15, 20, у нас 30. Должны войти как раз. Тютелька в тютельку. И десяточка останется сверху. Громадина Эльтора, найди секретный рецепт. Так, найти секретный рецепт, уничтожить рейдеров и уничтожить рейдеров. Как разнообразное задание. Прям слов нет. Действуем нас, как учили. Действуем, как нас учили. А как вас учили? О, башня какая. Ух, ничего себе. Ну, поехали. Ну, действительно башня. Где-нибудь такую башню нашли. Небоскреб какой-то. А тут ничего, да? Отличный ход. Броня рейдеров. Ну, разу ж. Откуда тут когти смерти взялись? Так, давайте их по одному выносить. Построения такие жирные. Будем минусить стволы, как говорят танкисты. Ничего себе. Вот ты жирный. Жирный. Ничего себе, Альф. Каких же тебе котов тогда надо? Бенгальских, блин. Круто. Не то слово круто. Пошли. Пентхаус. На самый верх. О. Все, жители убежища, приехали. Это конечное. Что заставило вас прийти сюда? Вы же знали, что здесь вас ждет смерть, верно? Мы пришли за рецептом. Давайте-ка его сюда.
За рецептом? У меня есть только чертеж боевого соуса маринара. Не знаю, что такое маринара. Наверное, что-то очень вкусное. Ничего себе не дамажит. Какие крепкие. О, кстати, видите, как разница по дамагу между этим и этим. Вот всего лишь плюс 7 костюм, а вот это уже вынесло. Хотя они по статам же одинаковые, по оружию одинаковые. Вот и все. Так, еще двух рейдеров убить, блин. Где тут рейдеры эти? Искать их, блин, по этой башне теперь. Еще то развлечение. На, блин, последнее задание, это все-таки накостылять повару нашему. Который нас в такой блудняк вечно впутывает. В натуре. Где тут длинные комнаты? В длинных же комнатах обычно эти задания. С другой стороны, что ли? О. Кротокрысы разбавят атмосферу. Так. Дальше идем. О, еще длинная комната. Блин, башня. В натуре башня. Ну, уже скорпион. Довольно неприятный, конечно, противник, но не смертельный. Простые. Вот если светящийся бы вылез, я бы тут сейчас опять бы начал паниковать. Это точно большие комнаты с обратных сторон. Что-то в них нету этих рейдеров. Где они? Терещи их. Свищи. А матку грохнуть первой, чтобы она не успела наплодить этих кротокрысов. Ой, что это здесь у нас? Это у нас рейдеры. Подходящие или нет, только вопрос. Под задание. Давайте уже, помирайте быстрее. Чёртовы рейдеры. Разбираем добро. Да, здорово. О, вот это подходящий. Вам что нужно? Костюмы? Неизбежная смерть? Бесценный хлам? Мы пришли за сверхсекретным кулинарным документом. Вы готовы рискнуть жизнью ради рецепта? Печально. Не говори. Печально это мягко сказано. О, выполнили. Еще одно. Еще одних рейдеров надо найти. Что ли они в больших комнатах?
Ну, тут уже только одно из двух. Круг сужается, как говорится. Я, конечно, не Эркюль Пуаро, но что-то мне подсказывает. И даже не Шерлок Холмс, но все равно. Тем не менее. Мочи их. Это неподходящие. Мне не говорили ничего умного. Те, что нам нужны, они говорят. Получи. Распишись. Следующий, сказал заведующий. Ну, как в 12 стульях. Тут уже шансов немного. Оказывается, нет. И шансы есть. Ищите последних. А, подожди, мы уже всех выполнили? А, это были они. Все, я понял. Вот это я туплю. Как у меня так получилось затупить на ровном месте, сам не понимаю. Ля-ля, тополя. Не заметил, как выполнил задание. Все, домой. Быстренько. Шустро. Швидко-швидко. Давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее, загрузка, давай, крутись. Помните, как раньше линейка загрузки была, то тянули ее, быстрее. Все верили, что быстрее тогда загружается, если по ней водить. Так и мы сейчас, давай, быстрее. Загружайся, что долго так. Дайте мгновенно, бегом. Парам-пам. 17 бутылок. Хватит ли нам? О. Выполнили задание. Отлично. Надеюсь, нам за него дадут ядерку. Не туда. Нет, деньги. О, новые друзья из пустоши, да, вот они. Как раз. У нас, да, новый привратник. Того с красным носом я, короче, выгнал. Не спрашивайте, почему. Просто мне перестал нравиться. Ничего не могу сказать, так получилось. Так, и у нас последнее задание. Сейчас мы его посмотрим. Хватает ли нам ядер колы. Хотя бы туда добежать. Я уж не говорю про обратно. Уже пес с ним. Джеффри, иди сюда. Полечим мы тебя. Так, смертельный ланч. Убейте коварного шеф-повара. Я же говорил, таки рано или поздно придется его убить. Оказалось, что шеф-повар на самом деле пытался вас убить. Да ладно, ничего себе. Судя по всему, он из рейдерской банды, положившей глаз на ваше убежище. После разоблачения он сбежал, но нам уже известно, что у нас опять... А. Но нам уже известно, что он собирается встретиться с другими рейдерами на брошенной красной ракете. Отлично. Собираем отряд огнестрельного сочувствия. Десять, хватит. Туда хватит. Ну и обратно хватит. Обратно же в два раза меньше, пять. Полетели. Как раз впритык. Две бутылки останется.
Ну, блин, шеф-повар, ну, блин, берегись. Сейчас надаем тебе по ушам, по сусалам. Сейчас настучим тебе по шеям. Шеф-повар. О, убить шеф-повара. Ну, хоть искать долго не надо. На красной ракете. Сборище, наверное, банда поваров тут сейчас. Ох ты, нас нашли жители убежища. Ну, вы пережили мою готовку. А как насчет моей стрельбы? Плохая еда, скверное обслуживание. Пожалуй, это заведение потянет на одну звезду. Одна звезда! Уже показатель. Давайте сразу главаря бахнем. Ничего себе, с огнеметом тут даже одна жарит. Другой шинкует, третий режет. Да у них тут прям семейный подряд. Кооператив, блин, поваров. Любителей. Да это, шоу вот это поварское, там где готовят в прямом эфире. Как оно называется, господи. Кто помнит, напомните, я уже забыл. Как же называется там, где-то готовят повара, вот это по-быстрому, как же. Ой, все, забыл. Такое бывает, такое что-то пытался вспомнить, забыл, потом оно в голове вертится, не можешь вспомнить. Вот у меня сейчас такое. На тебе в борщ. О, какая-то супер одежка. А ну давайте глянем. Парадная командирская форма. Обыкновенная. А в чем прикол? То у нас особые одежки, помните, давали. Типа как одежка Отема, но там на 8 статов, там еще что-то. А тут просто банальную, обыкновенную дали. Как-то что-то не круто. Не круто, чуваки, совсем не круто. Задание отстой. Ё-моё. Фи, награда никакая. Барахло. Не понравилось. Ну, блин, не знаю. Как-то что-то я вообще не очень. Не под впечатлением, нет. Я рассчитывал на большее, скажу прямо. Так интересно начиналось, в принципе. Хоть и предсказуемо, но достаточно оригинально развязывалось. И в конце ничего, никакой награды такой интересной не дали. Дали бы тут, назвали бы там поварской костюм. Дали бы ему там, блин, лишний стат не туда. И тут бы все писали под удовольствие, извините, мой французский. А так, блин, дали обычную форму. Как-то не круто. Ладно, давайте уже домой дойдем. Чего уж там, терять-то нечего. Ну да, парадная командирская форма обыкновенная. Ну ладно. Что у нас тут? Не знаю. Нападение тараканов. Как здорово. Что здесь? Все мы здесь сегодня. Огурец. Пооткрывать или еще повыполняем задание? Давайте в задание погуляем, что тут хоть как-то настроение поднять. Тут какое-то неудачно у нас все вышло. О, давайте, тайна вырезана цензурой. Давайте я сейчас прочитаю задание. Тайна вырезана цензурой. Раскройте мировой заговор. Мировые заговоры, я это обожаю. Только никому не говорите, с нами связался один из наших агентов по имени Молли. Он говорит, что раскрыл грандиозный заговор, способный привести к невероятным последствиям. Идите в убежище 322 и выслушайте его историю. Давайте тайну, вырезана цензурой. Посмотрим, что там за секретная история. Кому не нравится, может перемотать в конец, там где уже буду открывать ланчи. Ребят. Хочется погулять. У нас такие сейчас редкие серии, блин. Раз в неделю, даже реже. Надо дать себе удовольствие. Поскитаться. Раскрыть заговор. Раскрыть заговор, поврить жителям убежища, поврить со смотрителем. Ну давайте бегом.
привет, кажется, вы тут впервые. Вам нужна помощь, вы заблудились. Если хотите, мы поможем вам вернуться в убежище. Мы здесь из-за вырезана цензурой. Не шумите. Вот это вам пригодится. Ордо Темпли Бореалис. Ордо Темпли Бореалис. Чё-то дали. Мишку. Ну, спасибо. Ордо Темпли Бореалис. Надо запомнить, вдруг это пароль какой-то секретный. Ох, у нас тут девчонки какие. Одетые. Приодетые. Давайте эту свинью валите уже. Так. Смотрителю это понравится. Мне уже нравится. Давайте, давайте. Быстрее кончайте. Эту всю шушеру. Посмотрим, что там за заговор. Такой вселенский. Что там? Про то, что американцы не были на Луне? Или про что? А ну. Не беру, не беру. Вот и не бери. Остро, по-заграничному. Не беру, не беру. Супер, отличный. Отличный юмор. Вот местами. Такое ощущение, что там у них, блин, не знаю. Эти, не сценаристы, а как они эти. Режиссеры, не режиссеры. Ну, короче, кто за текста ответственный. Такое ощущение, что там человек 15, и, ну, может, не 15, но человек 5 точно. И все настолько разномастные. Одно задание, блин, смешное, с отличными шутками. Следующее задание. Полный отстой и тупость. Эй, жителюбящие, сюда! Это я, Молли, подойдите поближе, я поведаю вам тайну, вырезана цензурой. Вы готовы? Это просто невероятно, я сам не сразу поверил, да, это ты, не сразу поверил. Оказывается, Волтек уже много лет ставит опыты над жителями убежищ. Ха, мы давно это знаем, это еще известный факт. Серьезно? А меня держали в неведении, ну все, я возвращаюсь к вырезанной цензурой. Это он, вы поняли? То есть это сменил пол, что ли? Ой. О, пару бутылок. Ядерко никогда не повредит. Так, это раскрыли заговор, отлично. Поврить жителям бища, поврить со смотрителем. Пошли вниз. Надеюсь, они тут все внизу будут. Чтоб не лазить по всему зданию. Не, не будут. Нате в борщ. Получай. Давай, давай. Иди в ангар. Так, тут смотритель. Нет, тут никого. А тут смотритель. И тут никого. Отлично. Ай, пойдем искать их сейчас. Где они тут попрятались. Пошли обратно. Ну. И тут никого. Да ё-моё. Фнорд. Что за фнорд? Что это такое? Вы, если кто знает, сразу не стесняйтесь в ответы, пишите в это. В комментах.
О, кого-то нашли. Не знаю, как вы сюда добрались, но на этом ваше путешествие закончится. Вы ведь понимаете, что влипли? Нет, конечно, вы похожи на скот, который ведут на бойню. Ваше последнее слово. Вырезано цензурой. Ах, вот так. Ну, это мы еще посмотрим. Натте. Натте. Вот и все. Напугал ежа голой попой. А кота сосиской. Так, вот кому нам еще? Повредить жителям убежища, блин, он может быть в любой комнате, да, и в маленькой, и в большой. Ну, тут никого. Все сузилось до одного этажа. Извините, но, по-моему, вам здесь не место. Это запретная зона, здесь могут находиться только вырезано цензурой. Если у вас нет ключа, нам придется вас убить. У нас есть плюшевый мишка. Так бы и сказали, осторожность лишней не бывает, верно? Верно. Блин, последняя комната, ё-моё. Ну как вот это вот называется? В предпоследней комнате, естественно, заканчиваем задание. Кошмар. Натте в борщ. Все, пошли домой. Закончили, слава богу. Ой. Давай быстрее загружайся. Давай, 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 давай. У нас еще одно задание впереди. Там, куда тоже дошли люди. Все повыполняем. Все, до чего сможем дотянуться, выполним. Ага. Так, пусть пешком идут. О, какое там новое задание нам дали. Лучше любой спеси. А, да. 41 жителя. Вообще с ума сошли. Смешно. Так. Тайна убежища 66. Убежище 66 нет в списках Волтек. Почему? Один житель убежища нашел карту, на которой отмечено убежище 666. Его нет ни на одном официальном списке Волтек. Это нужно расследовать. Ну, пойдемте расследуем его напоследок. Начать. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Я люблю расследовать всякие непонятные, загадочные обстоятельства и ситуации. Сейчас как узнаем, что это была описка чья-то, наверное. Или, как это, обшибки и очепятки, да? И на самом деле это вот другой номер убежища, который есть. Вот это будет оригинально. Осмотреть убежище 666. Отлично. Отличное задание. Заходим и осматриваем его. Ой, блин, светящийся. Все фокусим его. А то на фуле держим. Плохо самого входа, у нас критов нету. Ну ничего, норм. Он слабенький, быстро сбили его. Видите, сколько, в два хода или в три? Слабенький, слабенький был. Был бы он посильнее, было бы нам посложнее. Так,
Ну, пошли исследовать дальше. Не исследовать надо. Смотреть тебе 666. Ну, зеленый шрифт. Новый. Я такого не видел. Не помню. В всяком случае, не помню. Может, и видел, но не помню. Так. Идем, идем. Мы уже на подходе. Что все тараканы крепкие те. Так, давайте вниз пойдем. Что там внизу узнаем. О, гули. Гули, 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 гули. Какие крепкие гули, однако. Давайте фокусить одного. Этого сейчас критом на. И приложим. Что это тут у нас? Два рад скорпиона это тут у нас. На. Нате. Нате вам всем по чуть-чуть. О. Бутылочка колы. Это здорово. Так, вниз. Предлагаю вниз. Интересно, что сейчас делают в убежище? Я стараюсь об этом не думать. У меня от таких мыслей депрессия. Что макароны едят. С сыром. Или с мясом. Как там? А в тюрьме сейчас хорошо. Макароны с мясом дают, да? Муха-ха-ха-ха. Итак, тебе удалось найти мое логово. Убежище 666. Я Эль Диабло. Так, скажи мне, хочешь узнать, что такое адское пламя? Серьезно? Убежище 666? Эль Диабло? Критиковать легко. Что за Эль Диабло такой? Ох, нихрена себе он дает. Норм так вкидывает. Эль Диабло-то. У него крип такой был, я так понимаю. О, шишка, сколько же бомба у него. Ух, нихуёво у него бомба жахает. Все, понял. Отлично жахнула бомба. На минус перса. Отлично сходили. Не забывайте, погибнет, если не продолжит выполнять задание. Да, уже. Шикардос. Наглухо. Жесть. Кританул собака. Ну, пошли домой. Да, сходили. Сходили, сходили. Нечего делать, сходили. 666. Эль Диабло. Ну, в натуре Эль Диабло, что сказать. Так как этот Эль Диабло в этом, в последнем отряде самоубийц отстойном, который то полыхал. Это, наверное, самый интересный персонаж вообще во всем фильме. Все остальные такая мура и барахло. Хотя он тоже мура и барахло. Нормальный только на их фоне. Ну что, пошли домой. Так это не у меня еще на здоровье с котами живу, с собакой, с доберманом. Это плюс здоровье. Если были не на здоровье обычные, то вообще бы их, наверное, посносил. Он бы там вообще нафиг. Это еще повезло. Ну, отлично. Это мы
Интересно зашли. Ладно, давайте открывать наши ланчбоксы. Посмотрим, что нам выпадет интересного. Крышки. У нас 12 ланчей. 10, напомню, там с роботами. Что с роботами делать, умом не приложусь. Если кто знает, скажите. Что, куда? Вот коробки с роботами. Можно их как-то поменять на ланчи или на переноски? Я не знаю. О, Ной какой-то. Фрост. Ну вот, компенсировали эту погибшую девчонку. Хотя, конечно, компенсация неравносильная. Ядеркова. О. А, толстяк. Оружие нам не надо. Нам надо только персонажи золотые. Больше нам никто не нужен. Все остальное мы можем сами сделать и добыть. Вот, такие нам тоже неинтересны. Золотые. Только золотые. Кто там есть у нас? О, еще бутылки. Ковы, дерковы. Ну. Ну, блин, да. Надо чем-то забивать ланчи. Не только ж все хорошее. Нифига интересно. Ладно, посмотрим, что в переносках. Так. Ты у нас абиссинская. Сопротивление урону 24. Простая кошка. Неинтересно. Сиамская. На радиацию. Минус. Блин, клацнул. Япона мама. Ну, на стоп-кадре потом гляните, что она дает. А, это плюс деньги из пустоши. На 13 вообще барахло. Да, как-то мы 11 роботов не сильно удачно сходили. Прямо скажем. Вот как-то вот не очень. Вот вообще не очень. Все, иди ты тоже гуляй. А вы заходите, братцы-кролики, что делать-то? Да понял, понял. Вот такая у нас сегодня игра получилась, ребятки. Вот так мы сегодня сыграли. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментах свое мнение. Это очень сильно мотивирует. Ну, как хотите. Сильно мотивирует, сильно стимулирует делать что-то еще, заниматься чем-то. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Буду всем благодарен и за критику, и за все остальное, и за похвальбу. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Да, когда-нибудь закончится и эта серия, наконец. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.